solid shield. Слушай, Коул, этот парень, которого я ищу, кого он убил? А тебе-то что? Просто очередная работа, разве нет? Это да, ты прав. Но я хочу знать имена. Кто они, Коуп? Одного из них звали Рэндалл. Он прожил в лагере почти год. Двое других мне неизвестны. Что, выяснить? Нет, не надо. Как найдешь мерзавца, дай знать. Отбой. Так, надо осмотреться. Нет, это в той стороне. А, черт, не сюда. Пригодится. Вот он! Серебристый шлем! Красный бензобак! Это он! Дерьмо! Что за хрень? Ты думал, можно ворваться в лагерь Коупленда, устроить пальбу и просто свалить? Убил людей, взял что нужно и уехал. Как будто в супермаркет зашел. Козлина, глуши свой байк! Ты от Копланда? Пусть он катится к черту! А, мой байк! О, слава богу.
Этот парень, которого... И еще, кого он убил? А тебе-то что? Просто очередная работа, разве нет? Это да, ты прав. Но я хочу знать имена. Кто они, Коуп? Одного из них звали Рэндалл. Он прожил в лагере почти год. Двое других мне неизвестны. Что, выяснить? Нет, не надо. Как найдешь мерзавца, дай знать. Отбой. Всегда нужно. Это здесь. Посмотрим, что тут у нас. Вот он! Серебристый шлем, красный бензобак. Это он. Дерьмо! Что за хрень? Ты думал, можно ворваться в лагерь Коупленда, устроить пальбу и просто свалить? Убил людей, взял что нужно и уехал. Как будто в супермаркет зашел. Не упусти его, Дик! Вообще-то Коуп это не одобряет. Я и сам не в восторге, если хочешь знать. Порочишь репутацию намадов. А если бы ты убил Мэнни, кто бы мне тогда чинил байк? Тупой ты урод. Нет, нет, пошел ты! Ты шестерка Копленда! Сучонок, вот ты кто! Сучонок! Коуп, все готово. Он у меня. Отметь координаты и высылай людей. Он жив? Ты слышишь? Эй, намат. Да, жив. Намат. Но на будущее гарантировать на этот счет ничего не могу. Отбой. Передай ему. Передай ему. Знаешь, что? Передай ему от меня. Пошел ты в жопу. Сент-Джон, это Копленд. Что-то давно Бухаря не видно. Просто он ходил для меня на вылазки. Вы же с ним друзья? Я пытался с ним связаться, но не вышло. Если увидишь его, скажи, Коуп просил заглянуть. Буду очень благодарен. Конец связи.
Глухарь, ты на связи? Я просто хочу узнать, как ты там. Да, Дик, я здесь. Держись, братан. Как только твою руку подлатаю, мы поедем на север, как ты и хотел. Надеюсь. Эх, плохо мне без здоровья. Ты, главное, поправляйся. Надо еще... Ты, главное, поправляйся. Надо еще доделать байк, а потом запустить снаряжение. Как оклемаешься, сразу поедем. Конец связи. Можно что-нибудь смастерить. Еще один трофей. И тут регистратор Нэр. Что-то заметка. Я не хочу это слушать. 1381. Докладывает агент Синклер. Я на зоне захоронения 13Б. Контролирую разгрузку и утилизацию груза. К этому запаху невозможно привыкнуть. Поезда прибывают без остановки. И имеющиеся зоны загружены почти полностью. Я отправила заявки на открытие новых на федеральной земле. Но вашингтонские бюрократы перестали отвечать на мои звонки. Видимо, у них есть дела поважнее. Примечание для Перкинса. Я была права, урод. Да, сначала мы лажанулись. Стали копать здесь, а не в секторе 13А. Но в итоге мы только выиграли. Помнишь, мне пришлось спорить до хрипоты, чтобы эту зону придержали на потом? Я знала, что тут будет ад. Но мне никто не верил. А теперь-то вы все поверили. Да, мы верим. Господи. Кто-то попал за подъем. Надо помочь.
шлем в башку. Боеприпасы кончаются. Тихо, тихо! Все хорошо. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть! Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Скажи им, Дикон. Дикон Сент-Джон. Смотри, чтобы тебя не заметили. Мне.
что надо. Еще одна зона заражения.
А я и не знал. Плачущий ангел. Точно, это он. Где же твой тайник, Леон? Ну, куда? Может быть, здесь? Сегодня я узнал. Есть. Осталось определиться, кому это отдать. Бухарь, ты меня слышишь? А, ты просто не поверишь! Я только что видел вертолет! Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро! Прошел прямо надо мной! И как будто меня не заметил! Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда прилетает вертолет? Я поеду за ними! А, попробую выяснить, что они тут забыли! Дик! Будь осторожен. Держись подальше, пока не стало понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты? Какие глупости?
погоди, погоди! Они замедляются! Видимо, будут садиться! Большой группы численностью около 500-600 особей, мы подтвердили, что местом их гибернации... Док, в графике на завтра значится 23, это мы? Нет, это О'Брайен. Понял. Черт, на чем я остановилась? Мы подтвердили, что местом их гибернации является пещера High Desert. Кодовое обозначение сектор 15. Вытоптанная трава у входа и наличие следов, фотографии прилагаются, указывают на то, что это место они используют уже давно. Наверное, там тепло и уютно. Согласно показаниям датчика движения, установленного лейтенантом О'Брайеном, этим утром в пещеру вошли приблизительно 447 особей. Рекомендую выслать еще одну группу после 19:00 для изучения внутреннего пространства пещеры. Примечание для доктора Андерсона. Ваша теория о том, что объекты деградировали до первобытного состояния и перешли на ночной образ жизни, кажется все более состоятельной. Конец отчета. А внутрь не пойдете? Ты что, не слышал? Больше 400 особей. И это не какие-то там заурядные фрики. Это третья стадия. Но они спят как младенцы. Я спросил, не пойдете ли вы. Про себя я не говорил. Эти особи не спят. Это гибернация. Когда-нибудь будил медведя, впавшего в спячку? Да. А фрика, впавшего в спячку, будил? Вообще-то да. Я один из тех, кто выжил на руднике Уайт Кинг. Господи.
Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить, но не от них. Охренеть. Господи, извини. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. А если замуровать эту пещеру, может, мы сократим их популяцию? Не знаю, Капрал. Тут много пещер. Пойдем, нам пора. Замуровать пещеры? А кому это надо? Бухарь, ты на связи? Бухарь, ответь! Дик, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фервелла, тот тип из Неро, солдат или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь имя? О, Брайан! Ты его всю дорогу костерил, до самого трехпалого Джека. В общем, он выжил, Бухарь. Он живой. О чем ты? Весь лагерь был перебит, мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал... В общем, я подобрался к месту посадки, и они... Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации о некоем Брайане. Дик, не смей. Да нет! Нет, Бухарь, успокойся. Я просто... Отдыхай пока. Конец связи.
позже. Сожгу оставшиеся гнезда. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. То отдище, в которое превратилась наша жизнь, не стало неожиданностью лишь для тех, кто давно меня слушает. Я был одним из немногих. Что стало с теми, кто высказывался против федералов? Что ж, им пришлось не сладко. На кладбищах полно несчастных, которые осмелились открыто выступить против лжецов. И со мной приходили. Я основал «Свободный Орегон» перед самым разгромом федералов. Вел трансляции из минивэна, колеся из города в город. Тогда дороги еще не были завалены машинами, оставшимися без хозяев, а мосты не были разрушены в наивной надежде остановить фриков. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Нет, Коп! Вот кого на кладбищах полно, так это фриков! И ты не мог задержаться на одном месте, потому что если бы кто-то увидел твой минивэн, его бы разнесли на куски. И тогда мне не пришлось бы сейчас слушать это твое идиотское радио. Как мне туда попасть? Так не откроешь. Да там снайпер!
Как нравится, долбанный снайпер. На черт, у нас потери! Я ранен! Тебе уже ни к чему. Ничего ужасного. Поехали. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. В небе стали появляться черные вертолеты. Возможно, вы их видели или слышали и подумали, что сходите с ума. Не сходите. Они существуют. И это подтверждает мою правоту. Мы думали, что Неро вымерли вместе со всеми, пав жертвами собственной глупости. Но нет. Как я и говорил, они затаились, чтобы потом вернуться и восстановить... Коуп, заткнись уже.